За лучшую режиссуру на сцену приглашается председатель жюри конкурса игровых и неигровых фильмов, кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Андрей Эшпай. Внимание на экран. Ямщики нужны или нет? Ну, нужны. Кстати, а зачем тебе кеды, если ты в армию ходишь? Затем и нужны, чтобы про них в армии вспоминать. Когда я смотрю на небо, я летаю. Тебе кто? Ну что, не понял, что ли? Ну, маман. Чья маман? Его, что ли? Она моя мама. А его маман я. Я должен сказать, что эта картина... который называется «Кеды». И автор ее легенда нашего кинематографа Сергей Александрович Соловьев. Мы вручаем ему приз за режиссуру. Режиссеру-постановщику фильма «Кеды» по рассказу Андрея Геласимова «Paradise Found» за верность своему стилю. Вы знаете, это удивительно, ведь сохранить себя в жизни очень трудно. Сохранить себя режиссеру, свое лицо, свой стиль, свое умение делать кино еще сложнее, наверное. И вот мы восхищаемся Соловьеву, когда он продолжает оставаться самим, идут годы, он продолжает оставаться самим собой. А потом еще мы стали вспоминать, что у него есть... потрясающий фильм «Станционный смотритель». А это здесь рядом. Вырин, все здесь рядом. Есть экранизация «Егор Булычев и другие». Есть экранизация по Чехову. То есть он мастер экранизации. И всегда он остается самим собой. Так что вот, Сергей Александрович, кто получает... Андрей приз? Андреевич, одну минуточку, внимание на экран. Спасибо. Давайте посмотрим. Не уходите, пожалуйста. Уважаемые друзья, дамы и господа, коллеги, я очень рад возможности приветствовать хотя бы так, через кинокамеру, участников и гостей 23-го российского Гатчинского кинофестиваля «Литература и кино». В этих двух словах «Литература и кино» лично для меня как бы соединилось самое дорогое. Я действительно, пожалуй, больше всего на свете люблю литературу, русскую литературу и кино, русское кино. Я рад тому, что вы как-то нашли возможность отметить нашу картину «Кеды», снятую по рассказу изумительного молодого русского писателя Андрея Геласимова, изумительного писателя, который просто для меня, например, вернул какую-то веру и любовь просто к тому, что мы называем вечно сменяющийся литературный процесс российский. Я очень рад, что мне удалось показать картину, что вы ее посмотрели. Спасибо вам. Я всех вас очень люблю, так же, как литературу и кино. На сцену приглашается сопродюсер фильма «Кеды» Екатерина Бестужева. Даже не уходить, я это чувствовала. Я хочу вот что еще сказать. Сергей Александрович, я его знаю давно, с Авгика,
Вот, так еще сложилось. Я как раз училась у Всеволода Николаевича Шиловского, дедушки Аглая, вот, на актерском факультете. И там познакомилась с Сергеем Александровичем. И с тех пор мы с ним дружим. Мне хочется вот что сказать и пожелать нам всем. Дело все в том, что искусство, тут много говорилось о том, что это волшебный мир там, и так далее. Это на самом деле так, и оно имеет огромное значение и влияние на людей. И сейчас то, что в мире происходит, оно ведь очень неоднозначно. Мы все это знаем, видим, да, вот, например, мы когда с Сергеем Александровичем встречались последний раз, он как раз вернулся из Питера, и тут был этот теракт. Вот, который нельзя не замечать и не может это не произвести впечатление своего. Поэтому просто мне кажется, что очень важно суть нашу сохранять. Вот, любить друг друга и нести в мир красоту и простоту. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Для вручения приза